Дима Соколов пошел охотиться на зайчиков, а поймал белочку. Итак, Дед Мазай и зайцы. А? Че? Че? А? Давай! А вот это а видел? А вот это ты видел? Вот тебе мама! Мама! Что? Папа у меня! Какая у тебя папа делает? Папа наш, жрачка! Мазай, зачет! Спасибо! Так, зайцы, поговорить надо. Давай, говори, давай. Давай, давай. Эй! Карты дай сюда. Карты дай. Мазай! Спокойно, поговорить надо. Нормально, нормально все. Значит так. Я женюсь. Опа-на! Женюсь. Че такое женюсь? Я не знаю, может, женюсь там, чешусь, не знаю, однокоренные. Вы что, женюсь? Это значит, у нашего дедушки появилась бабушка! Тихо! Короче, я женюсь, и она будет жить здесь. А спать? И спать. Все, успокоились. А раз она будет жить здесь, то вы убирайтесь в лес. Ты что, свистеть умеешь? Получается, да? Мазай, я не понял, ты что, нас выгоняешь? Да. И меня? И тебя. И меня? И тебя. А печку? Печку нет. А карты? Карты можете взять с собой. Карты-то что тебе плохого сделали? Хорошо, пусть карты остаются. Тихо! Надоели, все, убирайтесь. Мазай, ну что не так-то? Что не так? Все не так? Вы все грызете. Все? Мы больше не грызем, о, лижем. Я сейчас не горик. С Новым годом, Мазай. Градусник. Микрофон. Зая, я по тебе скучаю. Вы дебилы. Все, мы больше не дебилы, да ведь? Нет. Так, все, хорош. Прошу на выход. Ладно. Ты пожалеешь еще. Ты нас еще придешь за нами в половодье на лодке. Давай. Да-да, конечно. Пошли, что, встал? Я никуда не пойду. В этом доме не останется ни одного зайца. Да я это... Я не заяц. А кто ты? Я кот. Я всегда тут жил. Кот? Ах ты, падла! А я думаю, что он единственный в лоток ходит? Мы, главное, еще жалели его. Думали, единственный заяц урод. А он просто урод. Нина, прости. Я просто не знал, как тебе сказать. Какая я дура! Ну, прости, Ниночка. Не трогай меня. Я думаю, что ты меня киса называешь? Я не понял. Мы, значит, уходим еще. А урод остается? Получается так. Может, мы тоже под кота закосим? Че? Вау! Все? Делов-то, ходи в лоток, да и все. Да? Ну, в общем-то, да. Только есть один нюанс. Знаешь, что коты себе делают? Что там? Кот не вариант. Там гибкость нужна.
Причем не только в физическом, но и в моральном смысле. Извините, что прерываю. На выход. Мазаюшка, мой муженяюшка. Женушка, муженушка. Привет. Ой, какие милые зайки. А можно они с нами жить будут? Никогда, ни в коем случае. Вообще нет. Ну, пожалуйста. Ну, ладно. А зачем? А я из них шубу сделаю. Я что, не понял, мы остаемся, что ли? А зачем тебе дебильная шуба? Дебильная.